состав команды «Кадетские искры», которые зажигали в Новороссийске, вошли учащиеся с 1 по 5 класс. Помимо опытных участников, были в команде и дебютанты-первачки. В первом же конкурсе «Визитная карточка» наши ребята покорили публику и жюри. В конкурсах «Патриотическая песня», «Символика и атрибутика», «Его Величество вальс», «Рисунок на асфальте» и 3D-моделирование наши ребята продемонстрировали свой творческий запал и слаженную командную работу. А успешные выступления в спортивных состязаниях и первые места в индивидуальной программе довершили дело. «Кадетские искры» привезли в родную школу кубок победителя. Сейчас школьники готовятся к еще одному форуму, который пройдет в декабре в Сочи.